из пункта А в пункт Б летит самолет и возвращается назад без посадки, разгрузки, погрузки и дозаправки. При каких ветрах, попутном, встречном или боковом, он совершит свой рейс быстрее и затратит меньше топлива? Правильный ответ через 10 секунд. Итак, правильный ответ. Из пункта А самолет вылетает с полным баком. Его масса максимальна, поэтому он гораздо легче преодолевает встречный ветер. Поэтому на пути из пункта А в пункт Б ему нужен встречный ветер. На обратном пути его масса минимальна из-за израсходованного горючего. Поэтому на обратном пути попутный ветер может ему только помочь. То есть правильный ответ в том, что ему нужен ветер, который дует от пункта Б в сторону пункта А.